то, что у нас на подходе, и то, что очень тревожит меня как специалиста, и не только меня. И хотелось бы услышать также мнение горожан, которые очень давно живут в Калуге. Многие помнят, как многие старые деревья высаживались или их родителями, или, может быть, вы сами участвовали в каких-то посадках. Вот нам очень важна цена этой информации. Потому что на сегодняшний день самые старые ценных дерева в городе – это дубы, которым от 400 лет и выше. Многие из вас знают местоположение этих дубов. Первый дуб находится в парке. Может быть, потому что пока он стоит в парке на виду, он более-менее здоров, и мы можем отслеживать любую ситуацию, которая происходит с ним. Второй дуб стоит примерно такого же возраста, может быть, чуть младше, на пересечении улиц. Это Циолковского и Баумана. Рядом с ним началась стройка. Точечная застройка четырехэтажного дома. Дуб не впишется в эту застройку, поэтому он на грани сноса. Ему уже подкопали корни, очень близко проходит фундамент. Жители, живущие рядом, все это зафиксировали. И третий дуб находится возле медицинского колледжа. Он, наверное, в самом лучшем состоянии из всех трех, которые по городу. Вот, поэтому большая просьба. Мы постараемся сейчас выяснить в ближайшее время, находятся ли эти дубы под государственной защитой. Если их вычеркнули из реестра волшебным совершенно образом, понадобится от вас помощь. Запросы от горожан на то, чтобы включить их в реестр как памятники природы. Иначе мы лишимся. Мы очень надеемся на вашу любовь к родному городу, вашу заботу о том, что нас живое окружает и помогает нам выживать в городе.